Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. Понимаешь? По приказу. То, что ты видел на этом видео, это бред, ерунда. И тебе скажу так, да, это жестоко. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех. Нам надо было убивать. Вот несовершеннолетних женщин всех. Видите? Я и знаю, это... Ленка говорила. Уничтожение ей... полное сразу. Либо вообще просто. Блядь. Щоб шість ракет С-300 і на протязі часу, такого в нас ще не було. Не досить у нас такий великий населений пункт, у нас немає тут ні військових частин, ні баз, нічого. Мені не зрозуміло, чому це було зроблено. Вони, мабуть, і самі не знають, чому вони це зробили. Слава Україні! Центр села Радуль.